еще что? О, нет. Скажи одну вещь про Корсета. Это вымышленный чувак? Конечно, нет. Это великий охотник и мой хороший друг. Так, значит. Неловко, конечно, спрашивать. Самому неловко. У него и правда есть, конечно, рук? Вы за монстра поставили. А продолжение? Поменялись. Нет, это в кино он инопланетянин, а так обычный человек. Охуеть, столько времени прошло, он только ответил, блядь, это что за бред? Две руки. Было бы прикольно, если бы они сделали такую хуйню, то есть тебе попадает не король, ты меняешься еще раз, а потом меняешься еще и еще. Не понял, у меня экран застопается, я экраном... О. Походу, наверное, про эти 10 секунд и говорили. А что про 10? По поводу... Ну то, что раньше тайм выброса... А! Что такое было, блядь? Обломка. Не, нихуя не буду вас выкидывать, блядь. Это вот, наверное, про эти... Вы нахуй, блядь. Не буду вас выкидывать, сука. Так глянем за текстурами вообще. Наверное, про эти 10 секунд и говорилось. Опа-опа, я, блядь, записываю эту хуйню, выложу потом. Не, просто говорилось про то, что раньше... Смотрите, а монстр там хавает. Чё за фигня? У нас Кэлла, наверное, у нас Кэлла отключилась, походу, и нас поэтому так шайтанит. Нет, у нас все на месте. И монстр точно играет, вон он. У Кэллы ФПС 360. Я говорю, у Кэлла там очень вылетело. Утро... А, Бабай, у тебя тоже ФПС большой. Тогда хз, что происходит. У тебя 270 показано мне. У меня 120 FPS. Это лаг, например. О, вы долго так летать будем, а? Не знаю, но мне прикалывает. Давайте до последнего летать просто. До конца. Птицы так и это, и что-то там крылья расправляют. Не, нас должно выкинуть через какое-то время. Я пойду что-то поссать схожу. Не, мы так. А, вот, все, сейчас нас выкинуть, наверное, должно. Чувак отключился, Кэлла отключилась. Теперь нас выкинуть, по идее, должно, да? Нет? Не, нихуя. Я сдаваться не буду этому монстру. Да, я буду до последнего просто. У нас пусть распуярит реле. А время... Что-то как-то не пойми идет. Прошло только 25 секунд. Это что за бред? У нас замедленно все действует. Она не идет вообще, ну, да? Можно перезапустить. Сейчас... Вот, 26 секунд. Нет, оно идет, но очень медленно. 24 секунды опять. Слава, я пока походу, наверное, монстр, наверное, может включить. Я что-то не пойму, блин. У нас у всех ФПС по 250 в районе. О, открылось, и мы летим. Нихуя обратно. И обратно летим? Не, у меня смотри, открытая. Мы почти прилетели. У меня открытая эта фигня, смотри. Нихуя. Походу, наверное, может у монстра... Не, у кого такой жесткий ФПС, что лагают все так жестко? Ну это не мы, значит монстр. Это не мы. Это значит, что монстр, потому что у нас по-любому не может быть. Мы видите, у нас связь нормальная. У меня показано, что у всех по 250. Да, у всех. Пинг. О, по 104. Меня нормально слышно было, нет? Нормально слышно да. было. Тогда монстр лагает по-любому. О! 40 секунд, оказывается, прошло с начала раунда. Охуеть, блин. Телепорт установлен! Это наша цель. О, монстр тут только что был. Илья, прямо здесь! Монстр понял. Хоть этот раз успел? Ничего он не успел, он ничего не делал. Рации полностью заряжен. Огонь! У него перки на 20 урона, что ли? Дробовиком наношу на 20% меньше. Должен по 11 дамажу. Дамажу по 8. Да и молча дурачок что-то. Yeah.
У меня за комплекс пытается. На первом уровне. Полно. Ну чё, долго-долго летали, потом, блядь, решили высадиться и так пиздец. Ну. Это стоило того. Бакет же управляет кораблем, затерялся там что-то. Мне кажется, он дико лагал просто. Я думаю, что в этом проблема.